Всем привет, друзья мои! Сегодня очередной влог. Не хочу показывать себя, потому что, наверное, меньше всех вам будет приятно на меня смотреть. Я такая уставшая сегодня. С 7 часов на ногах уже 4 часа дня. Я отключаюсь. Что я сегодня сделала? Маникюр поменяла там себе. Вот что я сегодня занимаюсь. Ну, естественно, делами. Буду сегодня делать сарму. Посмотрите, сколько много приготовила фарша. Я хочу приготовить овощные, потому что я переела этого мяса, мангала, все. Я вот сейчас, вот смотрите, у меня столько листьев, если не хватит, у меня там в холодильнике есть. Я их уже приготовила. Это зелень для салата. Я вот именно приготовила 3 стакана, в этот раз взяла. Рецепт сармы можете увидеть на моем канале. Плейлисте готовлю дома. И в общем, вот так вот я сделала все. Сейчас немного погодя буду крутить. Сейчас у меня постирано все. Стирка, готовка. Одно стираю, другое вынимаю. Вот эту дорожку по балкон сегодня привела в порядок. Вчера всю квартиру убрала, как всегда. Тут у меня стираются мои платья, полощутся. Вот сегодня вот поменяла и это, помыла. Гигосик мой в порядочке. Моя лапуля уже сидит на качелях. Не бойся. Не бойся. Вот. От морковки у него возле аж клюв по оранжевым стал. Видите? Все у него есть. Вот посмотрите, как он морковку крошит, не ест. Ну, нравится ему. Но говорить он не собирается. Говорить не собирается, хулиган. Вы знаете, он меня сегодня разбудил в 7 утра. Да, ты разбудил. Какой ты сладкий у меня. О, ты разбудил меня, да? Ты разбудил, Гигос. Говорит, вставай, работай. Вот и встала. Так тихо на улице, как будто все повымирали. Вы знаете, что я и почему так спешила все дела свои сделать? Я хочу пойти на море. Прям залезть и не вылезать из воды. Эндер так поздно лег, наверное, в 6 часов он лег. Ну, а я через час встала. Он очень поздно, я его разбудила. Думаю, да что такое, в конце концов. День на ночь поменял. Ну, вот он сказал, что сегодня не так хорошо себя чувствует. И на море мы не пойдем. Так что завтра мы пойдем на море, это точно. А так бы с удовольствием покупалась я. Голова болит уже у него. Может, давление надо пойти померить сейчас. Все, иду я мерить давление моему ашкему. И потом как сяду сюда. Нет, надо голубцы накрутить. Кстати, моим гвоздикам здесь хорошо. Видите, они уже не согни, они у меня все позеленели. Вот правильно Анемчик сказала, что нужно, не любят, когда их связывают. И вот сколько бутончиков еще будет у них. Они все же были у меня почти засохшие листочки. И там столько бутончиков, видите, как они распускаются постепенно. И здесь они приходят, чувства. Соседи тоже не видно, вымерли все. Тихий час. Спальный район. Я выполнила 2 ряда, получилось только. Ой, друзья мои, как я... А потом я залью воду сюда и соус. Мой ашкем уходит. Ну,
Уходишь, да? Уходишь? Ходишь, ходишь. Иди, мороженое мне купи, хорошо? Хорошо. Умница моя. Мороженое, Дон Дурма. Мороженое, Дон Дурма. Хорошо? Хорошо. Все, пока. Ты так пойдешь? Терликлар буги юрс. И имисенес, эмин мисенес. Ашкин, поменяй эти терлик, не подходит сюда. Иди, 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 иди. А смотри, убежал. Он, короче, в магазин пошел. Сидим, кушаем с Ашкимом голубцы. Я уже свои почти съела. Уже сегодня не завтракала. Вот так вот мы сидим по-домашнему. Наш свет, лампочки поменял, так светло. Приятного всем аппетита. Всем добрый вечер, друзья мои. С Ашкимом сидим, пьем чай. И решили с вами поболтать чуть-чуть. Да, Ашким? Да. Пироскону шарыс. Поболтать чуть-чуть, поболтаем. Поболтаем. Окей, поболтаем, кону шалым делаем. Поболтаем, это, говорит, кто, не знаю я. Такой вкусный чай. Такие вкусные голубцы я сделала, да? Да. Сармай, гюзель яптым. Сармай, гюзель. Да, ну, долго возилась, но хорошо, что по телефону разговаривала, поэтому так время быстро прошло. А то очень все сложно. Ашкин, не варный йог. Кону шарыс бис бирас, кону шалым хады. Мерсинде не варный йог. Чок сжаг вар мерсинде. Очень жарко, говорит. Сегодня герчектан, бугин чок сжаг. Сегодня очень жарко. Эн сжаг гюнеймш. Сегодня самый жаркий день. Мы не пошли на море. Ярын визги дэджес Денизе. Эвет? Дениз. Сегодня я все сделала. Вот ногти привела в порядок. Завтра утром накрашу. И все постирала, перемыла, перечистила. Завтра у меня выходной день. Я отключаю интернет и буду отдыхать. Интернет капатьором и дельером. Я завтра буду спать до посинения. Не буду вставать рано. Сегодня в 7 часов гигос бини у яндерды. Разбудил меня в 7 часов. Ух, какой кричал отсюда. Ах ты, гигос, мы включили кондиционер. Так хорошо. Климачтен дюрум. Ашкин, сойли, коронавирус насыл хабер бурада. Как дела насчет коронавируса? Икселер. Чукеды икселер. Поднимается. Икинджи каталга. Дениз. Байрам татили. Дюн. Дюнна. Бу не? Шехир? Дюн. Дюн япма. Дюн япма. Калабалак. А, вот знаете, что говорит? Вот что выезжает на пикник, на свадьбу, все. Каста сайт сикселде. И поднялась. 1500. 1500. Ölen sayısı 38, 36 ile en son. En son. Umurla 36. O yüzden okullar açılamıyor. Gerçekten. Tabii. И поэтому школы не открывают. Aşkım. Açılamıyorlar. Kimse çık göndermez ki çocuğunu. Sonra ne? Nasıl okuyacaklar? Televizyon. Televizyon. Distansiyonlu обучение будет. Bilgisayardan. Берегу. Bilgisayar olan bilgisayarla, olmayanlar televizyona bakacak. Вы понимаете? Bugün Eğitim Bakanı konuştu. Aşkım, Gürcistan'sı ne zaman açıyorlar? Gürcistan Dışişleri Bakanı ile konuştum kendisiyle. Он говорит, я поговорил, говорит, с министром Грузии. Gürcistan'dan arıyorum. Komik benim, komik, komik, komik benim, aşkım. Bazı ülkeleri açıyorlar, onlar turist gelecek diye açıyorlar. Gürcistan'dan turist gelmiyor ki. Gürcistan'da... İza turistov. İz Gruziye, нет. O yüzden açmıyorlar Gürcistan'da. Gerek duymuyorlar yani. Oy, как я хочу поехать в Грузию, увидеть мамочку, внуков, ну... İngiltere'den turist geliyor oraya. Сын море, вчера звонил, кстати. İngiltere'den turist geliyor, Almanya'dan turist geliyor, Rusya'dan turist geliyor. İz Anglii, İz Germanii, İz Rusya. Gürcistan'da hasta yok, kimse giremiyor.
А в Грузии нету больных? Кюрдистана йок хаста? Йок нардисы. И поэтому никто не приезжает. Ну что делать, друзья мои? Я понимаю, вот мои друзья с Казахстана очень многие сидят дома, на карантине, не работают. Это действительно очень страшно. Но я тоже, когда выхожу, одеваю маску. Ну, в таких местах с Ашкымом сейчас не ходим, мы, да, стараемся поберечь себя, уберечь. Но... Hastalık nerede biliyor musun? Hastalık kalabalıkta. Bu dedim şimdi. Где переполнено много людей, многолюдно. Там kalabalığa есть... girmeyeceksin. Kalabalık yere girmeyeceksin. Gerek yok. Hastalanlara dikkat et. Ne kadar çok insanla temas halinde olursa o insanlar hastalanır. Doktorlar, hemşireler, polisler. Çok insanlarla konuştukları için, görüştükleri için. Rus konfet var mı? Rus konfet ver bana. Rus konfet. Ruski konfetki есть? Bu konfet aşkım. Заканчиваются русские конфетки у нас. Bitiriyorlar diyor. Ama турецкие очень много. Bu Türk konfet. Evet, Türk konfet. Aşkım, ты по-русски скоро начнешь говорить. Говорить, говорить. Начнешь. Да. Начнешь. Начнешь. На не более. Энгелим, блин, дилхонус. Он говорит, не могу научиться русскому. Научишься. Engel. Научишься. Хе. Научишься. Научишься. Ты как говоришь, научишься. Инглише дур на белом. Инглише да бельорсу, соля бирше. Бирм тейбл. Тейбл. Sonra? Yes. Yes. Çok ne yes. Çok no. Çok no ve çok yes. Sonra? Sonra? Where are you from? Bak bak cümleye geçtim. Where are you from? Where are you? From. Nerelisin? From. Hmm. Nerelisin demek. I love you. Ooo. Amerika'ya gitsem yaşarım ya. Yani. В Америке, говорит, я поживу, говорит, со своим знанием английского. Ама, сын де бирше дедин инглиже, I don't know. Bilmiyorum. İngilizce bilmiyorum. Onu da öğrenmiştim. Öğretmene söylemek için. В общем, вот такие дела, мои хорошие. Ну что, Ашка, başka bir şey yok demek. Niye yok bir şey? Kaç zaman biz konuşmadık insanlarla? İnsanlara? Ne demek? Bizim abonelik, sen seni... Söyle, teşekkür ederim, bizi izliyorlar, evet, abonelik. Evet, çok teşekkür ediyorum, bizi izleyip takip ediyorlar ve benim ismimi aşkım sananlara. Evet, aşkım, o Ender, Ender. Его зовут Ender, Arta. Telefonla konuşurken de aşkım diyorlar bana. Evet, evet. Bu garip oluyor, ben de onlara aşkım demek zorundayım. Aferin, benim aşkım. Ну вот, понимаете, я когда приехала... Вы знаете, какая история была, когда вот мы с ним познакомились? Бен Шимдианот Юром без нас Ильк Гюриштук и Дюром Насл Сенбана Ашкым Деди. Сейчас Бен Аналтаджан. Мы когда с ним познакомились, ну вот я рассказывала свою историю, как я вышла замуж. Я работала, вы знаете, в кафе там у родственников, все. И мы, значит, когда он несколько раз пришел, и моя сваха позвала меня, и мы вместе сидели там, разговаривали, я же что-то на тот момент не знала турецкий. И, значит, потом она ушла, и мы так с ним, ну, начали знакомиться. Ну, естественно, с Фейсбука начали, я показывала, потому что я ни черта не понимала то, что он говорит, а он и меня не понимал, что я там БМЭ, кукареку, пару слов. И еще нервничала, да, и вот он начал показывать, все говорить, и вдруг он... Ашкымба мне говорит, а я знала, что Ашкымба тогда называют. Это очень, ну, влюбился, вот так вот у меня было такое. Кого любишь, Ашкым зовут. А я говорю, ты что мне сказал? А он говорит, если я, говорит, скажу тебе 50 раз Ашкым, значит, я в тебя влюбился. И я вот, представляете, все эти разы считала, когда он в следующий раз приходил и вдруг, допустим, расплачивает, там где-то смотрит или еще что-то говорит. Мы когда ходили с ним, куда-то уезжали, там он меня приглашал то в кинотеатр, и вдруг он говорил, я прям считала по пальцам, сколько раз он скажет Ашкым.
Вот такая была история у нас. Ну все, будем заканчивать. Пока-пока. С вами была Светлана и Эндерата. Пока, скажи. Выключай. Пока-пока. Выключай. Чай. Чин. Капат, Диором. Ага.